Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ну а перед началом данного ролика, как обычно, хотелось бы поблагодарить всех донатеров нашего канала за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! В сегодняшнем ролике я бы хотел посмотреть очень достаточно интересный мод, который я недавно увидел в мастерской Steam и подписался на него. Этот мод называется проект Luminis. Все ссылочки на него я оставлю в описании. И, кстати говоря, тот человек, который сделал данный мод, Лирос, он обещал, что проект под названием Luminis, как я говорил, будет расширяться и становиться еще больше. Итак, как мы видим, это галактика М82. А теперь давайте прямиком устремимся на ту самую звездную систему проекта Luminis. Мы видим, это у нас умеренно безвоздушная мини-карбония, собственно, планета Luminis-1. Давайте посмотрим, из чего вообще состоит эта звездная система. Смотрите, ну, это двойная звездная система, звезда Альфа-Люминис и Бета-Люминис, белая звезда и красный карлик. Так, ну и в принципе, давайте пройдемся по планетам. Планета Люминис-1 и ее, я так понимаю, здесь спутник. Да, спутник Луна, Люминис и 1. Ну, естественно, это планеты без жизни. Абсолютно ничего интересного здесь нету. Прохладная пустынная аквария. Планета Люминис 2. Угу. Так. Интересный, кстати, объект для посещения. Я чуть вкратце позже вам расскажу. Давайте пробежимся быстро по планетам. Планета Люминис 3. Умеренная пустынная Терра. Ну, в составе только углекислый газ и, по-моему, ацетилен. Так, давайте дальше пройдемся. У данной планеты, кстати, есть три спутника. Это небольшие прохладные астероиды, собственно, что мы привыкли видеть на фотографиях, съемках, да, Марса, планеты Марс. Четвертой планеты в Солнечной системе. Это Фобос и Деймос. Вот такие прохладные три астероида небольших. Посмотрите, насколько здесь шикарнейшие виды открываются. Просто даже находясь в этой звездной системе, с одной стороны взрыв из галактики М82, плюс двойная звездная система. И также здесь галактика М81, а еще отсюда видать очень хорошо галактику, маленькую мини-галактику HO9. Так, ну что ж, давайте дальше пройдемся по планетарной системе. Планета Люминис 4, собственно, это уже идет как бы планета с жизнью, ну вообще как написано у человека, у Лирикса, да, создателя мода. В описании эта планета как бы жизнью, теплоокеаническая аквария. В состав атмосферы входит углекислый газ, этилен, также присутствуют какие-то углеводороды, и я так смотрю, что состав гидросферы состоит немного из метана. Давайте попробуем опуститься сейчас на поверхность. Поверхность, конечно, очень жаркая на этой планете, 62 градуса по Цельсию. И своего рода я так понимаю, что в океанах, на небольших даже глубинах,
Здесь могут жить какие-то организмы. Инопланетные организмы, инопланетные существа. Что меня всегда поражало в таких звездных системах, да, на планетах с жизнью, то, что отсюда открываются потрясающие виды на, я бы сказал, да, на два солнца. Но это две звезды, Люминис. Собственно, я вам, наверное, не рассказал про сам проект Люминис. Почему он вообще так назван? Ну, вообще, данный проект был запущен в очень далеком будущем, когда человечество достигло галактики М82 после большой вспышки звездного образования в Большой Медведице. Проект Люминис включает различные поселения в системах М82, и проект Люминис изучается на краю этой галактики, который, как я вам и говорил, со временем будет только расширяться и становиться все больше и больше. Здесь задействована очень богатая, так сказать, развитая компания человеческой расы, которая, как ни странно, осталась еще в живых. Да, по прошествию многих тысяч миллионов лет. Ну что ж, я бы сказал, даже Илон Маск завидует, да? Ну, тем не менее, можно предполагать, что SpaceX все-таки терраформировала Марс, скорее всего. И поэтому человечество добралось до вот таких дальних, я бы даже сказал, границ. Что мне интересно, то что я сейчас прямо под водой, на большой глубине. Интересно знать, какая здесь глубина планеты. Но я вижу, что я уже очень-очень глубоко опустился на дно океана данной планеты. Видите, да, даже видно подземный, я бы даже сказал, мир, подземные какие-то горы на планете. Так, ну что ж, давайте, наверное, покинем данную планету. Здесь кроме океана мы ничего с вами больше не увидим. Итак, далее у нас планета, четвертая планета от Альфа и Бета, это планета Люминис 5. Также имеет одну луну. Прохладная пустынная аквария. Ох, 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 ох. Температура минус 100 градусов по Цельсию. Что-то напоминает вроде бы спутник Титан, как у Сатурна, а вроде бы это даже какая-то безвоздушная пустынная аквария, я бы даже сказал. Ничего интересного. Далее у нас идет холодный Нептун. Газовый, ну, мини-газовый гигант, я бы сказал. Да, конечно, это не назовешь газовым гигантом. Вот газовый гигант — это планета Луминис 9. Да, это просто холодный Нептун в данной звездной системе. А, давайте посмотрим дальше. Холодная озерная аквария, планета Люминис 7. Атмосферное давление, кстати, 3,7 атмосфера. Мне кажется, чуть повышено, чем на планете Земля. Холодная озерная аквария, атмосферы... Вроде бы атмосфера у планеты есть. Или она просто замерзла на таком расстоянии, просто превратилась в снег, да, упала на поверхность. Так, подождите. Если я правильно выражаюсь, атмосфера. Тонкая разреженная атмосфера, видимо, как на Марсе. На планете жидкий метан, я так предполагаю. Но это жидкий метан, это не вода явно. Хотя, если я сейчас увижу здесь воду, я очень буду удивлен. Ну что ж, прекрасно. Так, вот еще одна интересная планетарная система, это Люминис 8А. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, да, все правильно. Солнечные сутки на данной планете бесконечны. Захвачена приливной силой планета одной стороной к
к своей. Это не Луна, да? Это же не Луна. Это планета, это двойная планетарная система, правильно? Так, барицентр Люминис. Так, подождите, Люминис 2А. Температура минус 171 градус по Цельсию. Ну, так, а расстояние до хотя бы... до какой-нибудь, ну, ближайшей просто звезды хочется посмотреть. Это у нас черная дыра. До нее мы, кстати, еще не дошли. Так, Альфа-Люминис. Расстояние. Белая звезда. 9 астрономических единиц. Ну, понятно. Здесь, в принципе, да, на таком расстоянии на планете должна быть такая температура. Планета не прогревается, если, конечно, только какие-нибудь силы не действуют от ее газового спутника, так бы я бы выразился, да, умеренно озерная аквария, но это, наверное, скорее всего, что-то похожее на Венеру с кольцами от Сатурна. Ну, давайте попробуем, я не знаю, куда-нибудь опуститься на поверхность и вообще посмотреть на виды здесь. Ого, вот это прекрасно. Вот таких видов я давно не видел. Смотрите, как близко смотрится планета Люминис 8b. Расстояние всего 58 тысяч километров. Это у нас Люминис 1, я так понимаю, Альфа. А вот и красный карлик. Нет, это черная дыра. Так, я хочу побыстрее уже посетить остатки этой звездной системы. Давайте вернемся к нашему умеренному Юпитеру. Вот он, газовый гигант в этой звездной системе. Имеет 7 спутников. Один из них холодно-пустынная субкарбония. Еще есть тепло-пустынная Терра. Маленькие очень кольца. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что такое случилось? Подождите. Так, давайте поставим на паузу и будем медленно приближаться к его тонким кольцам. Они состоят из пыли. Из чего они состоят? Что это за свет? Я, конечно, знаю, что вроде бы у Сатурна сейчас даже поправили кольца. Помните, в начале выхода колец я очень сильно ругался на симулятор. Ругался на разработчиков, что кольца сделаны, не знаю, похожи на футбольные мячи, но там сейчас даже, так сказать, разного рода обитые глыбы, да, с неровными поверхностями. Кстати, можно сейчас будет взглянуть. Так, черная дыра, собственно, вот самое еще интересное в этой звездной системе, это черная дыра Гамма-Люминис. Ее диаметр всего 88 километров. 15 масс Солнца. Что же. Классно выглядит. Неплохо, неплохо, да. Интересно, достаточно звездная такая система. Если что, ребята, все, я оставил все ссылочки в описании. Все можно найти в мастерской Steam. Так, я хочу вернуться... к нашей планете Люминис 8А. Более интересный объект. Где-нибудь... хочу сделать такой... посмотреть красивый вид, чтобы было видно ее планетарный... планетарного собрата. Черную дыру и, ну, в принципе, две галактики... Жалко, здесь я не увижу, конечно, света звезд. Ну ладно, ничего страшного. Это свет идет от гамма-люминис, от черной дыры. Жалко, что планета захвачена приливной силой люминиса 2b. Иначе бы здесь я бы мог ускорить время... и посмотреть закаты и восходы на данной планете. Согласитесь, вот это вот самое шикарное, что давно нам не хватало, что мы
не видели. Можно пролететь над поверхностью данной планеты. В принципе, скорее всего, даже на данной планете человечество развивает уже какие-то свои дальнейшие проекты для того, чтобы найти новые миры для жизни и, возможно, для терраформирования в галактике М82. Очень похоже на Марс. Вот здесь, кстати, по-моему, высохшие какие-то русла реки явно. Посмотрите, которая река, причем река — это не разлом. Это точно не разлом. Здесь когда-то было сильное течение. Это все находилось под водой. Давайте даже повыше можно взлететь, посмотреть. А вот, кстати, собственно, вода. А чё же я сразу не заметил? Или, скорее всего, это опять не проработка. И, может быть, это даже лед. Я не знаю. На планете минус 170 градусов. Но вода, как мы знаем, в таком состоянии не может находиться на поверхности планеты. Она превратится просто в снег. Ну, конечно, если там прямо-таки мощное ядро у данной планеты. Да, что-то я сразу-то не заметил. А может быть наоборот. Может быть, здесь, кстати, уже проходит терраформинг. Проходит терраформирование данной планеты. Может быть, даже так. Пишите, в общем, свои догадки в комментариях. Обязательно ставьте пальчик вверх, подписка на канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать наше новое путешествие в мире Space Engine. Я еще раз благодарю человека за предоставление данного мода. И надеюсь на его развитие. А также надеюсь, что вы обязательно подпишетесь на него в мастерской Steam. Все, друзья, всем пока. И помните, что космос и Вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока-пока.